Вот я, видите, как улыбаюсь, потому что я сделал так, вот напрягся, расслабился, напрягся, расслабился, напрягся, расслабился. И так вот отпустил дыхание свободно, и получилось, что у меня появилось хорошее настроение. Вот улыбаться хочется и так далее, потому что пик напряжения, потом расслабление. Вот когда ты находишь правильный ритм чередования напряжения и расслабления, это же янь, инь, ноль плюс, ноль плюс, ноль плюс, размыкаются вот эти вот связи, которые вот тебя держали, когда ты был в стрессе, решал проблемы, напрягался, напрягался, результата нету. А теперь ты наконец отпустил тем, что напрягся, расслабился, напрягся, расслабился. И те же порции кислорода, которые были, тебе становятся в этом легком переходе в легкий транс вполне достаточными. И получается такое ощущение, ну, гормональный всплеск получается, эндорфинный всплеск получается, настроение улучшается. Так это же прекрасное средство для лечения депрессивных фонов. Когда у вас плохое настроение, депрессивный фон, надо обогатить немножко ткани мозга кислородом. И вот я создал такую методику, ключ. Ну, там разные аспекты, разные приемы, надо пройти там. Но в принципе, когда резкое напряжение стрессовое снимается и появляется облегчение, это как после бега. Вот ты бежишь, 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 напряжение растет, растет, а потом перешагнул напряжение, у тебя пошла легкость, говорят, второе дыхание. Да нет, эта потребность в кислороде, которая была в организме, она стала удовлетворяться теми же маленькими дозами. Так вот же в чем заключается связь ума и тела, ну, психи и организма. Так вот эти великие йоги там, они не могли это сформулировать, потому что у них не было психофизиологического подхода, согласования психических и физиологических проблем. На таком уровне теперь можно понять, как можно решать психологические проблемы психофизиологическим методом, вплоть до того, что улучшать у людей самочувствие, у которых была депрессия.